В республике Башкортостан в России вспыхнули масштабные протесты из-за приговора для одного из активистов. В городе Баймаки к зданию суда пришли несколько тысяч человек. По данным местных пабликов, митинг перерос в массовые беспорядки. Начались столкновения с силовиками. Протестующие бросают спецназовцев снежки и шапки, а те в ответ бьют их дубинками и применяют слезоточивый газ. Как известно, в Баймаке активиста приговорили к 4 годам колонии по делу об экстремизме. Он высказывался против мигрантов из Средней Азии, жителей Кавказа. Эксперты нашли в высказываниях признаки разжигания межэтнической розни. Также активист призывал местных жителей не ехать на войну в Украину. Во время акции протеста правоохранители бросили в толпу дымовые шашки, после чего многие участники начали призывать российских солдат покидать позиции в Украине и возвращаться на родину, защищать своих близких от Росгвардии и ОМОНа.